20 сентября состоялось заседание областной избирательной комиссии, где мы передавали мандаты Терешковой и Вишневяковой, которые отказались от них, чтобы остаться депутатами Государственной Думы, соответственно, так сказать. Вот. Я проголосовал за их передачу соответствующим лицам, которые и по закону Ярославской областной думы должны были быть переданы. То есть я действовал по букве закона. И если бы, допустим, я считаю так, что как помощник я ничего не нарушил. Если это было чисто партийный вариант, то, пускай мне там пожурили бы, там, может быть, какое-то партийное взыскание определили, что я не поддержал справедливую Россию. Но как помощник и я не нарушил ничего. Я добросовестно, так сказать, исполнял свои обязанности. И для меня это было неожиданностью.